кроме тук-туков, все машины с какими-то этими самыми вояками. Самолеты с вояками. Как-то с вооруженной охраной не очень приятно себя чувствуешь в пробке. Еще и посреди Сомали. Ага. Пиктер. Not possible. Ага, окей, you tell me. Константинус. Адреса. Остановились в независимости у старого парламента, который сразу еще европейцы, просто итальянцы. Все с охраной. Говорят, 2 минуты, больше останавливаться нельзя. Очень красивое здание, не зря мы поехали. Вот так вот здесь все. Вот так вот. Машины. Машины битком этими самыми милиционерами. Встреча с министром культуры в Сомали. Ночью сам туда идет. Национальный сомалийский театр. Памятник герою Сомалийского национально-освободительного движения. Собственно говоря, его подвиг заключается в том, что он первый стал бросать в итальянских колонизаторов камень. Я заканчиваю свой рассказ на этой оптимистической ноте. Впереди нас ожидает Сомали-Лэнд.